Одинцовский городской округ стал лидером в Московской области по привлечению медицинских работников. Количество специалистов в 2021 году выросло на 109 человек. Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев сообщил, что в различных подразделениях медучреждения работает около 4000 человек. Из них более 1000 врачи и более 1500 сотрудников среднего медицинского звена. Он уточнил, что сегодня больница укомплектована кадрами на 84%. Наиболее остро необходимы участковые терапевты, педиатры, анестезиологи, реаниматологи.